Здравствуйте, я решила сегодня показать саркохилус. Вот так они у меня висят все, как таранька. Кто-то сказал, я их только что поливала, простите. Вот такой вот он. Мне его присылали, кажется, осенью. Ну, растение это, на мой взгляд, одно из самых-самых легких. Просто невероятно легкое растение. Как только оно пришло, моментально стало расти. Пересадила я его вот в такой вот горшочек из пробки. Эти горшочки присылала мне Светлана Цветомания. Рост не останавливается. Бесконечное количество вот таких вот деточек. Вот все, что блестит, это выросло уже у меня. Можете себе представить, это за несколько месяцев. И ну, вот это, по-моему, корень, да? Что-то у нас тут в пазухах. Минутку, я попробую увеличить. Ну, вот это однозначно корень. Здесь у нас в пазухах растет что-то еще. Мы посмотрим. Минуточку. Ай. Чтобы ничего не сломать. Вот здесь. Так, я сейчас лучше подготовлюсь. Вот у нас что-то растет. И вот у нас что-то растет. Ну, возможно, корни, не знаю. Ну, в любом случае, растение очень-очень активное. У кого есть саркохилус, у нас очень сегодня пасмурно, поэтому я включила флаш. У нас не только сегодня пасмурно, у нас вообще пасмурно. Нас весна забыла. Растет все, что только возможно. И корни, и новые деточки. Замечательный такой кустик. Грунт, кроме вот этого вот пробкового пенечка, грунт у него мох древесный, кусочки коры, корни папоротника нарезанные, перлит. И, по-моему, я добавила чуть-чуть совсем сфагнума. Уже не помню. Ну, вот такой вот состав. Я увидела это в ООС, организации американских, ассоциации американских орхидеистов. Простите, как обычно путаюсь, но я славлюсь своей путаницей. Прочитала, что грунт вот такой они предпочитают, и такой грунт им сделала. Ему, вернее, сделала, и он прекрасно растет. Так как этот горшочек, как вы видите, просто крупные куски коры внизу, поливаю я его практически сейчас ежедневно опрыскиванием, не замачивая. То, что протекло вниз, протекло. Как видите, вот такое вот отношение ему нравится. Здесь у меня светло. Сейчас уже очень светло, на него даже попадали солнечные лучи, но он не краснеет, не загорает, так что прекрасно переносит даже довольно яркий свет. Зимой он находился у меня дома, я побоялась оставлять его на веранде. Он и там прекрасно рос. Затем, когда температура установилась ночью плюс 8, плюс 10 на закрытой здесь у меня веранде, уже вынесла его на улицу. Ну, и вот такой вот саркохилус. Я все-таки надеюсь, что что-нибудь из этих сокровищ будет цветоносом. И мы полюбуемся на цветение вот этого вот прекрасного растения. Итак, свет у него довольно яркий. Содержание абсолютно простое, он неприхотлив. Полив, ну вот в таком вот горшочке и при очень ярком свете и таком активном росте у меня получается практически каждый день. Если холодно или пасмурно, я его не поливаю, так как влажность у меня повышенная. Я поливаю, опрыскиваю каждый день, когда очень солнечно, очень тепло. Допустим, 23 градуса, и 23 градуса держится весь день, и солнце у нас уже практически, ну, часов 13-14. Очень яркий световой день. Вроде бы я сказала все. А, да, удобряю я его так же, как и вандовые, слабым раствором, раз в неделю опрыскиваю. Опять же, я ничего не замачиваю. Ну, вот такой вот хорошенький кустик саркохилуса. Если я чего-то не озвучила, что-то пропустила, пожалуйста, спрашивайте. Ну, красавчик, просто обожаю. Спасибо. Если кому-то было полезно это видео про саркохилус, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Вопросы задавайте под новым видео.